Можешь залетать. Залетай. Могу. Стягивай их. Пять сек. Блин, снесут. Блять, стан. Успел все поставить. Рампейдж, Глеб. С боковой пробой? Да какая разница? Какая разница? У меня даже без боковой получилось. А, видите, блокируется. Видите? Мы сейчас сделаем так, что вообще СФ нахуй пошел. В центре арены стою хуй по стенкам. Ай, мудрота. Играются с думом, не прыгают. А, прыжок на кулдауне. Очень много времени теряет молза вот этими действиями. Отличный блинк от Суприма прям под хук. Шот Нормана. Зиби горит землей. Туда куда-то залетает Греча. Ставятся Коги. И неужели его не видно? Ой, господи. Как он играет? He's all illusions. Guys. Бегом на тесте, ведь это первый сайт, который сделал сокровищницы полностью бесплатными. Вот арканы, кстати, можешь забрать бесплатно еще и в новом ивенте от тесте. Качаешься до 15, 30 или 40 уровня, получаешь бесплатную трежерку, в которой только арканы. Или вот трежерка с мультикастом, в которой можно получить аж до 4 вещей за один раз. Переходи к моим друзьям, вводи промокод, получай бонус к пополнению на 15% и еще одну бесплатную трежерку. Ебанаты столько накидали денег, блять. Так, Сережа, ты его сестру в заложники взял. Она сейчас свои слова скажет, если ты их не выполнишь, ей будет очень плохо. Брат, у меня есть сестры, блять. Попку тоже порвем. Давай, говори, блядь. Сережа, пожалуйста, помоги. Назови себя пущенным, иначе мне будет очень плохо. Ты слышишь, у тебя есть 24 часа. БМ будет сжигать, прикольно. Мистер ЦК должен заметить, что... Блять! Удачи, парни. Разъебем линию, я хотел сказать. Это будет работать. Зависит от того, как это работает. Да, блять! Имеет очень маленький кулдаун, умывает постоянно всех. Да, блять! Хватит! Уже, пожалуйста! Я сейчас лудоманом уже стану, потому что у меня два поражения с удвоенной ставкой, одна победа. Мне этого мало. Если ты уверен в себе, то ДД. Я, блядь, соло буду ебать эту игру. Поехали. Сюда! 12 seconds later. Вот я говорил, не надо ставить дабл даун. У тебя SF миди. Не надо, блядь, просто не ставь эту хуйню. Пожалуйста, вот тени вражеской ходят ебать. Вот мой СФ качается просто в лесах. Ни одного нахуй ТП не сделал. О, это мой, кстати, подписчик, наверное. А как это вы... А как это, блять, у меня игра и два сразу стрим-снайпера? Вы чё, ебать, что ли, совсем? Найс пика нажал. О, вижу. Стой, тяни. Кайте, дуру. Так, просто утонуть надо, просто утонуть надо. Все, мужики, я пошел, давайте. Лечу, я улетел. Только не сбейте мне ТП, блять. А, не сделаю, ладно, показываю. Ебать, нахуй, 90 хп регена, блять. Пиздец, 90 хп регена, вы что, ебали? Алло, блять. А, у меня такая хуйня в таких комментах, я вообще покажу это, пиздец. Больше здорово, что скажешь по поводу Галача, слышишь, что он был заказал? Что могу сказать? Ну, некрасиво делает он. Факту не некрасиво. Если это так, как вы говорите, я же там не знаю до конца, я не проверял, что он там конкретно сделал.
Мне кажется, дотер должен своими силами апать все. Понял, ломать вышки. С вивером, который будет стоять перед лицом, так уроки. Хукшот мимо. Нападение на Ванже проваливается. О нет, это конец раньше людей. А я не буду играть, кстати. А я, кстати, играть не буду сейчас. Там сверху на нас кто-то смотрит родными глазами. А я играть не буду, кстати. Они улыбались, как... Я не буду эту играть, ну все, блять. Это что такое? Охуеть! Здорово, брат. Вот эти ребята аккаунты забанили, которые со мной играли. Так и не понял, за что, кстати, но... Походу, какие-то правила нарушили.